приобрели ноутбук Lenovo. Мы его уже распаковали. Не стали снимать, как распаковывали. Думаю, это никому не интересно. И сейчас Андрей проведет обзор нашего ноутбука. У меня тяму мало. У Андрея побольше. Пусть он покажет, расскажет, что за ноутбук. Да, Андрей? Да. Так, что в нем есть? Это Intel i3 7100, 2,4 ГГц. 8 гигов оперативки, 4 гига припаяны на материнку, 4 гига отдельно. Жесткий диск на 1 терабайт. SSD нет, но я хочу сейчас его установить. У меня пришел уже переходник. Я хочу добавить в него SSD, жесткий диск на 128 гигов. Дисплей 15,6 дюймов Full HD IPS. И двухячеечная батарея. Так. Ну, в принципе, я на него уже установил операционку. Десятку Windows. Сейчас посмотрим, как он. Поближе сюда подвинуть, то что-то не все влазит. А, кстати, он раскладывается так еще. Ну-ка, Андрей, да, у него монитор раскладывается полностью. Оп. Елена. Вбивай пароль. Мышку. А нет пароля? Нет пароля. Киска. Кто любит кошек? Я. А, это Арина там на заднем плане. Арина у нас фанат кошек. Я. У нее все в котах, в кошках, в котятах. Так, мышку подключила, то без мышки не могу так. Так, у него... Что у нас в нем есть еще? У него же две видеокарты. Одна... Сейчас найду, какие у нас видеокарты в нем вообще. Свечивает. Одна NVIDIA. Одна такая, другая такая, Арина ответила. Две видеокарты. Одна такая, другая такая. Очень грамотный ответ. И расширенный. Всем все понятно. Так, ну вот, разобрал ноутбук, раскрутился. Сейчас посмотрим, что там у нас. Давление медное какое-то. Ну, ладно, это подставим. Так, что у нас здесь стоит? Жесткий диск обычный. Здесь у нас спрятана оперативка. Опа-на. 4 гига и 4 гига распаяны на материнке. Так, что я хочу? Я хочу этот жесткий диск снять и поставить его сюда. А за место него с сломанного компьютера поставить этот жесткий диск SSD-шный. На 128 гигабайт. Так, сейчас попробуем. Так, что у нас тут? Этот снимем. Так, этот сюда пойдет потом. Этот сюда вот воткнем. Так, все подошло. Все встало. Теперь попробуем сюда. Все. Этот встал. Теперь будем устанавливать старый жесткий диск в салазке от заглушки для CD-ROM-а. Так, вот это у нас пришел переходник, который будем его пробовать. Ну, тут он встал идеально, все как родной. Теперь подключим жесткий диск, попробуем.
Нет, так не получается. Попробую по-другому. Сначала подключить. Туго, но вошло. Теперь сюда. Все, нормально встал. Даже в заглушки попало все. Так, попробуем сейчас его сразу на месте подсоединить. Вот сюда вот. Все подходит, все идеально, должно все получиться. Потом прикручу жесткий диск заглушки, чтобы он у нас никуда не потерялся. Да. Так, ну все, жесткий диск на месте, все подошло идеально. Так что все нормально, если что, можно приобретать такой переходник. Подходит хорошо. Проверю, когда соберу, проверю на работоспособность и все расскажу чуть попозже, когда соберу обратный ноутбук. В принципе, все. Так, ну вот ноутбук я скрутил, все нормально, все саморезики закрутил, шурупчики. Теперь пробуем установить салазки на место. Так вот ставлю так. Не попадает. Угу. Кажется, что-то пошло не так. Да-да-да. Ну-ка. Так. Что-то... О, вроде попал. А, она просто посильнее. Все. Пазы, да? Все, попал в пазик. Стал закрутить последний саморез. Винтик. Так, теперь посмотрим его на работоспособность. Так, сейчас посмотрим. Жесткий диск стоял со старого компьютера. Система должна с него запуститься. SSD-шного. Ну. Ну, а теперь будет новую систему установить и драйвера все от этого ноутбука поставить. Так, что-то запустилось. Ну да, мой есть. Мой диск пошел. Так. Все со старого компьютера. Ну-ка, тот диск, который в салазках был, принял, но нет. Может, тебе мышку дать? Было бы лучше. Ну, нет, пока ладно. Сейчас посмотрю. Просто да, принял диски. C, D, E, F. А почему много так? Так, C это SSD-шный. Да, это SSD диск. Сколько он у нас? 78 гигабайт. А, я его разделял на два диска. 128 он у меня был поделен на два диска. И дисков еще, значит, у него есть. Его нет. Нет, это твой жесткий диск. Значит, D, наверное. От него еще. Да, вот 19 гигабайт. А что это, даже не знаю.
Ну-ка, покажи-ка дисплей, что там у тебя. А, ну тут система зарезервировала чего-то себе, по-моему. И жесткий диск, который мы установили в салазке. Все нормально, вот он, все есть, все на месте. Игры, все. Значит, все подошло. Теперь буду устанавливать систему по новой, потому что эта система с компьютера перешла. И все, все нормально. Так что, если что, покупайте вот эти салазки. Переходник в салазке. Где они, кстати? Ты рекомендуешь? Рекомендую. Доставка быстрая. Я ждал ее около 10 дней. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Все, пока.